Доброе утро, девочки! В общем-то, сегодня уже третий день моей недели влогов, и прежде чем она начнется, не забудь перейти и подписаться на мой канал, чтобы не пропустить все мои следующие влоги на самоизоляции. Чем я сейчас, собственно, занимаюсь? Как только я проснулась, я сразу же занялась монтажом вчерашнего влога, потому что вчера ночью у меня просто не было сил его закончить, я была выжата как лимон. Вчера у меня был, как я вам и говорила, достаточно сложный, именно эмоционально сложный день. У меня был нереальный упадок сил, но потом мне стало лучше, когда я разыграла первые деньги. Была так рада за Лауру, что мне стало намного лучше, но все равно я очень хотела спать, потому что весь день я просто была выжата как лимон. На самом деле мы смогли со всем разобраться в итоге, и все у меня теперь хорошо наконец-таки. Я уже так сильно не переживаю, вот так что все хорошо. Сейчас, собственно, смонтировала видео, буду его сейчас выгружать, сделаю обложку. Думаю, что пока что сейчас займусь видео. Потом, как только все сделаю, все поставлю, почитаю свою книжку, которая называется «Думай, богатей». Сейчас читаю ее. Наполеон Хилл. Не знаю, если читали, пишите в комментарии. Как только дочитаю, я вам тоже расскажу свое мнение. Да что ж такое? Уже не только я обливаюсь этой водой, уже мой компьютер обливается. Резко захотелось мне кофе. Каждый день выкладываю влоги, чтобы вы меня не теряли и следили за моей жизнью. Кстати, если у вас есть какие-то вопросы или что-то вы хотите, чтобы я вам показала, рассказала, то пишите просто в комментариях, я все комментарии прочитываю. Вот, и еще, кстати, я практически все комментарии лайкаю, можете написать, проверить. Ну что ж, я все это время читала, тут, в общем-то, писала свои, опять-таки, убеждения позитивные, свои желания, работала, прочитывала, добавила себе уверенности. Вот, ну, я этим занимаюсь каждый день, записываю сюда какие-то аффирмации, какие-то желания, какие-то цели и прочитываю ежедневно. Сегодня, если честно, у меня нет особого желания заниматься на улице, у меня сегодня только растяжка, то есть это буквально 10-15 минуточек, так что я сегодня решила позаниматься в комнате. Девочки, я прочитала вслух все свои аффирмации, и сейчас приступаю к медитации. И медитирую я 5-7-10 минут, в принципе, когда как получается. Выбираю мантры, и если они слишком длинные, ставлю таймер. Ну вот я и помедитировала. Сейчас вот я прям расслабилась за эти 5 минут. Надо водичку набрать. Ну все, пошли идти завтракать, кушать. И врываемся в этот день. Девочки, я пришла краситься сейчас, потому что мне нужно сделать фотографию одну. Так что будем сейчас делать мейк. А во дворе папа косит траву, и вот этот звук сопровождает меня очень долго уже. Ребята, сегодня у меня день учебный, так как вчера я совсем забегалась, я говорила, что мне вчера был очень сложный день, я вчера вообще не занималась учебой, так что сегодня за 2 дня буду все делать. В общем, как здесь все выглядит, это основная страница, здесь у нас полностью показывается расписание. Вот, я вчера выполнила только основы экономики, сегодня надо химию, русский, китайскую литературу, физру я только что отправила и физику. Вот, получается, 4 предмета у меня сейчас на домашке. Покажу вам, как это выглядит. Вот, опять-таки, основная часть. Здесь оценки показываются, сразу их отправляют. Как видите, пятерочки. Такая умная, ужас, не могу. Здесь в уведомлениях как раз-таки показывается наша домашка. Я в поисковике забиваю, например, химия. Вот открывается домашнее задание. Тут, как видите, можно сразу посмотреть предыдущие домашние задания по химии. Вот выполнение, то есть на сколько процентов выполнили. Здесь воспроизвести материал. И вот.
отправляют тему, видео урок обязательно прикрепляют и, собственно, сам вопрос домашнего задания. Вот сюда вот вы добавляете файл, либо впечатываете ответ, как вам удобно, и так, в принципе, по всем предметам. Девочки, я, в общем-то, наконец-то доделала уроки, сделала сейчас кое-какую фотографию, которую мне нужно было сделать. А теперь, девочки мои, мы с вами пойдем делать мне кофе, потому что я еще с утра говорила, что хочу кофе, потом я про это забыла, сейчас вспомнила, теперь я хочу его еще сильнее, чем с утра хотела, так что на кухню. Ну что, сделала себе холодненький кофе, газонокосилочка, и пришла на новую качелечку. Подышу свежим воздухом, а то я сегодня вообще не выходила на улицу. И попью кофеечек. Я за тебя начну войну, я за тебя пойду ко дну, я за тебя что-то там, тебе одно лишь я пою. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Музыкальный вечер, мам. У нас мясо по-тайски на поздний, супер-поздний ужин с мамой. Ребята, до эфира еще 1,5 часа, так что хочу посмотреть фильм. Очень многие мне советовали этот фильм, он называется «Платформа». Он как раз идет 1,5 часа, так что сейчас с мамой будем смотреть. Принесла тут соленый арахис и... сырные шарики. Так что, девочки, мне кажется, уже тошнит этого слова. Приятного просмотра нам и, надеюсь, вам. Ну, может быть, вы не смотрите, но я не знаю. А, вы же смотрите мой влог. Приятного просмотра вам. В общем, как досмотрю, скажу свои впечатления. Ребята, ну что, я сегодня разыграла еще 50 тысяч тенге по 25 тысяч двум людям. На самом деле, я очень-очень рада делать вам приятно. И я на эфире на этом волновалась еще сильнее, чем вчера. Я не знаю, почему, у меня нереально тряслись руки, потели ладошки. В общем, не знаю, я сегодня волновалась еще сильнее. Я не понимаю, почему я так волнуюсь. Не знаю, сильно переживаю перед каждым эфиром, реально. Вот, но очень рада, что мы разыграли, и еще две девочки остались довольны. Я позвонила, одна девочка взяла трубку, одна, к сожалению, не взяла, и вот этот момент оказался у нас спорным, и мы немного так, ну, посовещались, как с этим быть, потому что выиграла фейковая страница. И вообще, ну, как бы есть такие люди, которые, я так понимаю, создают, я не знаю, типа, доп. Страницы, чтобы было больше шансов, или, я не знаю, или они не хотят свои страницы светить, я не знаю, с чем это делают, но есть действительно люди, которые, как бы, участвуют, типа, там, ну, с фейков, да, как это называется. Вот, страница, ну, как бы, пустая, там только подписки на спонсоров. Мы, ну, как бы, не знаю, я на эфире волновалась, как мне быть, но при этом старалась не показывать виду, потому что... Я не знала, мне сейчас нужно сказать, типа, нет, как бы мы не будем этому аккаунту отправлять деньги, хотя все условия были выполнены, потому что это фейк, или мне надо сказать, типа, ну и что, что это фейк, типа, главное, что как бы условия выполнены. Я не знала, что делать. В итоге я разыграла, ну, в смысле, отдала эти деньги этой странице, но потом мы посовещались и решили то, что... мы не будем разыгрывать деньги фейком, потому что, блин, это, ну, немного сомнительно, что ли. В общем, мы приняли такое решение, завтра я об этом скажу в сторис и говорю это здесь, что если вы участвуете в моем конкурсе, то участвуйте через свои аккаунты. Я не думала, честно, что мы даже с этим столкнемся. Я не думала вообще, что нужно будет об этом думать, и вот я на эфире сижу одна, ну, как бы, и не знаю, что делать в моменте. Вот, поэтому, ну, в этот раз мы разыграли, ладно, но вот в дальнейшем... мы будем разыгрывать только там для настоящих страниц. При этом я четко могу отличить, и думаю, каждый из вас может отличить, если просто там неактивная страница, такие есть, да, у кого-то мало фоток и так далее, мало подписчиков, это норм. Но если страница совсем пустая и прям реально фейковая, то как бы мы не будем разыгрывать. Вот, не будем отдавать выигрыш таким. Если так будет снова, то будем переигрывать. Мы, в принципе, такие дела. Сейчас мне надо еще купить вот эту программу Lizzo on Air, потому что у меня ее не было. Короче, премиум-версия. Оказывается, что у меня было 15 тысяч
комментариев под постом, а в бесплатной версии можно только до 2000 комментариев. И поэтому я сделала снова методом тыка сегодня. Но следующие два я буду разыгрывать с помощью этой программы. Сейчас я ее куплю специально, чтобы разыгрывать через программу. Я не стала покупать ее в прямом эфире, потому что это, блин, долго было бы. Вот. Сейчас мне нужно купить эту программу, сходить в ванну, умыть свое лицо, потому что я в комнате смыла мицелляркой. Вот нужно сходить умыться, зубки почистить, и буду монтировать вам этот влог, чтобы завтра вы его уже могли увидеть. Блин, такой долгий разговор, ну ладно. Посмотрели мы с мамой фильм «Платформа». Я не знаю, почему все так им восхищаются. Честно, на мой взгляд, он очень тяжелый и такой осадок неприятный после него остался. Мне он не показался крутым фильмом. Я бы не стала смотреть, если бы знала, какой он. Мне, ну, не понравился. Не знаю, я лично от себя не советую. Если вы смотрели, напишите, как он вам в комментариях. Возможно, я чего-то не понимаю в фильмах. Но мне как бы совсем не зашло. То я сейчас уже прощаюсь с вами. Спасибо огромное, что были со мной до конца. Переходите обязательно в мой инстаграм и участвуйте в гиве. Осталось еще 2 дня. Когда я буду разыгрывать деньги, так что у вас еще есть возможность. Я желаю вам всем... Ой, чего я вам желаю? Спокойной ночи, я не знаю, чего желать, просто сейчас каждый день... Я просто сейчас каждый день удачи желаю, уже каждый день хочу. Я желаю вам удачи в жизни, в любви, девочки. Вот, так что, девочки мои, спокойной вам ночи, доброго утра, не знаю, когда вы смотрите этот видос, я вас безумно сильно люблю, спасибо, что... Спасибо, что до сих пор со мной. Вот. И главное, помни, ты личность, и ты уникальна. Увидимся завтра.